28 ноября 17 год, Харьков. Солнечный денек и дичайший ветер. Улица Трактор, что-то улица, проспект Тракторостроительный. И красоты индустриального пейзажа. Да, вообще горизонтально дым стелется. Прямо лютый ветер. Так, это у нас Салтовское депо трамвайное. Там у нас прячутся новогодние матрешки. За деревьями там Меридиан строится, микрорайон. Это должно было быть здание, но получилась ветка. Ну хорошо, пусть будет так. Во времени ограничен я сильно, поэтому снимать приходится лишь то, что в непосредственной близости от место жительства. Ну, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Солнечный денек в ноябре уже хорошо. Будет панорамка. Это у нас окружная. Ну, в общем, за город. И еще разок на трубочке.